закон о курении. Вы знаете, я сам 30 лет курил, и в один прекрасный момент я понял, что я больше этого делать не хочу. Я считаю, что это самая главная мотивация для человека. Пока человек сам не примет какое-то решение для себя, бессмысленно принимать какие-либо законы. Это давным-давно уже и в Европе, и в Америке. Я вообще поддерживаю все, что связано со здоровьем нации. Мне было бы очень стыдно выпрашивать для моего папы, прожившего целую жизнь битвой за это государство, чтобы ему заставляли выходить на улицу и курить. Я считаю этот закон драконовским. Я к нему отношусь с неуважением. Но как законопослушный гражданин, неуважение это внутри меня. Я выхожу и курю там, где обозначено. В этой связи меня очень удивило, например, решение суда о демонтировании, о демонтаже курительных комнат в аэропорту Шереметьево. Простите, а куда деваться курильщикам? Конечно, многое изменилось и в лучшую сторону. Но до такой степени, до абсурда доводить, наверное, не надо. Вот. Надо разрешать людям курить, ну, в определенных, может быть, местах. Но то, что сейчас происходит, вот, ущемление интересов людей, которые курят, но они, это все-таки болезнь своего рода, понимаете? Это зависимость. Тут пошли разговоры в том числе о том, чтобы даже запретить алкоголь продавать по выходным. Ну, в принципе, некоторые северные страны уже давным-давно живут с этими законами и нормально себя чувствуют. Может быть, даже стоит пойти по такому категоричному пути.